Наконец, у горожан появится возможность легально выбросить отработавшие ртутьсодержащие осветительные приборы. В Чебоксарах установят контейнеры для сбора ламп, которые содержат вредный и опасный химический элемент. До сих пор ртусьсодержащие люминесцентные лампы в городе собирали передвижные пункты. Правда, популярностью у горожан они не пользовались. Решено их заменить стационарными контейнерами. Спецконтейнеры для сбора ртусьсодержащих ламп будут установлены за счет городского бюджета. Согласно целевой программе, в ближайшее время город закупит и установит почти 390 контейнеров. На это потребуется более 2,5 миллионов рублей. Сбор ртусьсодержащих осветительных приборов ляжет на плечи управляющих компаний ТСЖ и ЖС. Однако в этом случае есть опасения, что за эту дополнительную услугу управляющие компании будут выставлять счет все тем же жителям.